ashes. Е. А давай напишем эту букву. Для этого мне понадобится фломастер. Интересно, кто мне его принесет? Это же дирижабль. Спасибо, дирижабль. Пока! Достанем фломастер из коробки. Печатное Е. Письменное Е. Буква Е. Е. Заглавное Е. Е. Маленькое Е. А какие слова начинаются на букву Е? Е. Еда. Е. Ежевика. Кто? Лошадка? Нет, это сказочный единорог. Интересно, куда он повез принцессу? Улыбайтесь, как принцессы. Помогайте всем вокруг. И тогда сердечко скажет: ты мой самый лучший друг. А где здесь буква Е? Молодец! У тебя получилось! А после нее идет буква Ё.